В Нижневартовске ограничили доступ к сайтам мошенников, торгующих справками об отрицательном тесте на коронавирус. Сотрудники городской прокуратуры проводили мониторинг сети интернет и выявили 4 сайта, на которых югорчанам предлагали купить поддельные документы. В соответствии с федеральным законом за подделку и сбыт подобных документов предусмотрена уголовная ответственность. Напомню, в сентябре прокуратура Югорска также потребовала блокировки сайтов, на которых любой россиянин мог приобрести за 2-3 тысячи рублей поддельную медицинскую справку. По решению суда эти сайты также заблокировал Роскомнадзор. Прокуратура направила в суд административные исковые заявления и потребовала признать распространяемую на сайтах информацию запрещенной. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.